Центр Таквисон Пекминакит. Приветствую вас всех с большой радостью. Рулем ходишь мне для Таквисон. Я рад, что опять у меня я могу приехать, есть повод приехать в Москву. Спасибо, я рад, что за легкий человек он сыграет, по-моему, вышван. И погода сегодня, я ее как-то мне больше нравится, чем в прошлый раз. В прошлый раз он зимой. Мой напок за целью, hogy elmondjam a legfontosabb tudnivalókat az üzletépítéssel kapcsolatban. Цель сегодняшней нашей встречи с майстрами рассказать основные вопросы, связанные с построением бизнеса. Összeszedtem a legfontosabb személyes tapasztalataimat a végszerű üzletépítéssel kapcsolatban. Я собрал, подготовил основные моменты, основные выводы моего личного опыта, связанного с построением бизнеса Dexia. И ezt fogom most önökkel megosztani. И хотел бы поделиться этим с вами. Az első blogban arról szeretnék beszélni, hogy én hogyan kommunikálok a Dexia üzletről. Первый блок моего выступления будет посвящен тому, как надо общаться с людьми в вопросах бизнеса Dexia. De először néhány gondolat arról, hogy én hogyan is állok, hogyan is viszonyulok a multilevel marketinghez. Перед этим несколько мыслей, несколько идей о том, как о моем отношении к бизнесу многоуровневому маркетингу. A multilevel marketing üzletet ugye a legtöbb ember a pénzért csinálja, ez a legfontosabb indoka, ez nálam is így volt. Я буду сокращать, да, MLM всем понятно, да? Большинство людей, которые занимаются бизнесом MLM, делают это для получения денег. De nem lehet valamit csak a pénzért csinálni. Я тоже начинал с таким настроением, но нельзя заниматься чем-то постоянно только ради денег. A legfontosabb, hogy amit csinálunk, azt szenvedélyesen csináljuk, és hogyha valamit szenvedélyesen csinálunk, akkor meg lesznek az anyagi vonzata is. Важно, чтобы дело, которым мы занимаемся в жизни, оно было как бы нас воодушевляло, и мы занимались им с огоньком, что ли, с удовольствием, и тогда и материальная сторона дела наладится. Nagyon sok céget megnéztem, mielőtt elkezdtem foglalkozni az MLM üzlettel, és nem véletlen, hogy a Dexiát választottam. Я очень много перебрал фирм различных компаний, прежде чем стал заниматься бизнесом с Dexia, но выбрал именно вот эту компанию. Manapság rengeteg ajánlatot kapnak az emberek, rengeteg az olyan cég, aki megjelenik a piacon és gyors pénzt ígér. Сейчас очень много фирм предлагают свои товары людям и очень часто предлагают быстрый приток денег, быстрое поступление. Да и нам egy hónapig, vagy két hónapig szeretnénk sok pénzt keresni a hosszú távon. Но я понимаю, что я не хочу получать достаточно много денег, не только 2-3 месяца, но в долгосрочной перспективе. Ha valaki megkeres egy óriási ígéretet kínáló új pilotajátékkal. То есть предложение огромное, но если, например, кто-то предлагает какие-то товары, например, такой вот случай с игры пилотов, что ли, какая-то игра компьютерная. Akkor mindig azt mondaná neki, hogy hát nézzük meg, hogy néhány hónap múlva mi történt. Я всегда говорю, что посмотрим, а что будет, как будет раскупаться эта игра через пару месяцев. A Dexen ugye még nincs 20 éves cég, de már jelen pillanatban a 28. legnagyobb MLM cég a világon. Dexen работает на рынке менее 20 лет, но сейчас она уже занимает 28 место среди наиболее крупнейших MLM-ных многоуровневых фирм в мире. Én 10 év múlva, sőt 20 év múlva is szeretnék ebből az üzletből profitálni, és biztos vagyok benne, hogy a Dexen itt lesz.
De nem biztos, hogy azok a cégek is még létezni fognak akkor. Я хотел бы получать вместе с DXN, получать свою долю прибыли и через 10 лет, и через 20 лет. И в других фирмах я не уверен, что они продержатся такое количество времени, а в DXN я уверен. Nagyon sokan azért kezdik el az MLM üzletet, mert passzív jövedelemre vágynak. Очень многие начинают заниматься многоуровневым маркетингом, потому что так называемые рассчитывают на так называемое пассивное получение дохода. Так, да, окуриш кэш на пейс там никогда не долго знак. То есть хотят, то есть предполагается, что они будут получать деньги даже тогда, когда не надо работать. И на мутхун оба не ментем сабачэнга. Мутхун эл ментем сабачэнга, за мутхун оба. Я в прошлом году, в прошлом месяце был в отпуске. Нэн нэстэм 26 напон кэрэстэл имэлт. И 26 дней не заглядывал даже в свою ящик электронной почты. Нам ведь там мало мой телефон. Даже не взял с собой телефон мобильный. Сейчас из-за там 9% он увеличивает. А мой бизнес вырос на 9%. Где нам фуглаку сам я там брал? Вообще никак я ничем не занимался, кроме этого. То есть бизнес сам собой. Ugye a hírek most tele vannak Görögországgal. Все новости сейчас по телевизору все говорят про Грецию. Ugye ma vannak a választások Görögországban. Кстати, сегодня там выборы. Nem tudják, hogy mi lesz a jövő. Не знают. Наши не знают, что будет Görögök tegnap fociban nyertek. Viszont tehát nem tudja senki sem, hogy mi fog történni Görögországban. Никто не может предсказать, что будет, как будет развиваться события в Греции. Én sem tudom. Я, естественно, тоже. De egyet tudok. Но одно я знаю. Hogy a görög alsó vonal hétfőn is meg fogja vinni a Donadermás kávéját a választásoktól függetlenül. Но одно я знаю, что мой, как называется, куст, греческая ветка, да, будет и завтра кофе с ганодермом. Как в России надо называть, ганодерм или рейши? Ганодерм. Официально официально будем говорить, да, ганодерм, хорошо. Наш кофе с ганодермом. Окей, так, они до хаттерро. Ну, это вот, так сказать, бэкграунд. Я на нём фонду, что мы коммуникаем, как звезда так обшелок вами. Да, очень важно, как как мы выстраиваем свои отношения вот, в бизнесе. Amikor beszélünk az üzletről, akkor el kell döntenünk azt, hogy mi a termékünk, mi az, amit árulunk. Когда мы говорим о нашем бизнесе, надо всегда правильно рассказывать, что мы продаем, каковы наши товары, которые мы предлагаем. Sokan azt hiszik, hogy a kávé a termék. Многие считают, что наш товар это кофе. Мы больше посвятили кофе ганодерма термик. Другие считают, что это вот продукты ганодермы. Термисты же называют это термики, как фондосы, как зендерек. Естественно, эти продукты тоже потребляются. Да, а за интермиком азнанес. Но мой товар это не это. А мы тебе нарулок азаз, hogy akinek beszélek erről a lehetőségről, azt adom el, hogy ő is meg tudja csinálni. A mój товар это, ну, как бы, это то, что когда я разговариваю с человеком, а он понимает, что он тоже может продавать этот товар и... Okay, tehát, hogyha leülök valakivel beszélgetni erről az üzletről, то есть, когда вы встречаетесь, когда я встречаюсь с человеком и говорю с ним об этом бизнесе, akkor ő lehet, hogy fogyasztani fogja a kávét. То есть, может быть, да, за этим занятием он и выпьет кофе. Lehet, hogy fogyasztani fogja a kapszulákat. И, может быть, капсулы, бады будет употреблять, или зубную пасту пользоваться. De az üzletet csak akkor fogja építeni, ha el tudom neki adni azt, hogy ő is képes rá. Но свой бизнес он сможет построить только тогда, если я ему смогу, ну, как бы продать идею,
ему не продать, а смогу ему передать идею, что он тоже может построить свой бизнес. Tehát a legnagyobb hiba, amit az üzletépítők elkövetnek, hogy megtanulnak mindent az üzletről, és csak beszélnek. Самая большая ошибка, которую допускают вот, ну, как сказать, строители бизнеса, конструкторы бизнеса, заключается в том, что они все узнают, все выучивают по большому количеству информации о своих товарах и говорят о них. És elfelejtenek arra fókuszálni, hogy ez a másik ember gondolkodik, és azt mondja, hogy oké, de hát én nem tudok ennyit beszélni. И они фокусируются только на этом и забывают о том, что человек их слушает и думает про себя, да, это все замечательно, но я столько не смогу рассказывать, я не смогу так вот подавать товар, как он. És nem fogja megmondani az igazat, kitalál valami kifogást, de igazából azért nem fog elindulni, mert nem viszi el, hogy ő is képes rá. И этот человек чисто психологически находит в себе какие-то причины, чтобы как бы отказаться. Ну, во всяком случае, всегда находит какой-то предлог и не вступает в бизнес, хотя на самом деле действительная причина заключается в том, что он не верит в себя в этом бизнесе. Так, часто люди думают, что многоуровневый маркетинг это как бы искусство убеждения. Tehát arról, hogy leülünk valakivel, és akkor meggyőzzük arról, hogy ez a világ legjobb dolga. Когда мы там с кем-нибудь садимся вместе, начинаем разговаривать, и я, например, или кто-то убеждает человека, что вот это самый лучший товар или услуга в мире. De az MLM-üzlet nem erről szól, az MLM-üzlet a tájékoztatásról szól. No, многоуровневый маркетинг это не об этом, это о обеспечении информации, обеспечении информации человека. Arról, hogy elmondom azt, hogy én miért foglalkozok ebben az üzlettel. О том, hogy я рассказываю людям, что именно я лично, вы лично, почему занимаетесь этим бизнесом, я лично, почему занимаюсь. Elmondom a legfontosabb miérteket, a legfontosabb érveinket az üzlet mellett. Рассказываю мои самые главные аргументы по поводу этого бизнеса, мои главные почему, чем я им занимаюсь. És hogyha ő nem tudja saját magát meggyőzni arról, hogy ez egy valóban egy jó lehetőség, akkor úgyse fog elindulni. И если при этом человек не может сам себя убедить в том, что это действительно хорошая возможность, то тогда бесполезно ее получить. Tehát a mi üzletünk nem arról szól, hogy megtanuljuk a marketing tervet, megtanuljuk a termékeket, és ezt a rengeteg információt rázódítjuk az emberekre. То есть наш бизнес заключается не в том, чтобы выучить освоить большое количество информации о продукте, о бизнес-плане и как бы выплеснуть ее на Az emberek nagyon nem szeretik azt, hogyha megmondjuk nekik, hogy nekik miért kellene csinálni ezt az üzletet. Люди не любят, когда им, ну, как бы навязывают, говоря по-русски, почему им надо заниматься тем или другим. Arról kell beszélni, hogy én miért foglalkozok ebben az üzlettel. И рассказывать надо о том, почему я. То есть, как бы все это пройдет через личный опыт. Почему я занимаюсь этим? Nem tudom, elgondolkoztak-e már azon, hogy önök mivel foglalkoznak, mikor ezt az üzletet csinálják? Я не знаю, вы задумывались уже над тем, когда начинали, или как вот сейчас как-то занимаетесь этим бизнесом, над тем, почему вы им занимаетесь? Tehát, hogyha valaki megkérdezi öntől, mivel is foglalkoznak? Если кто-то вас спрашивает из знакомых, или там как-то... Я, да, я посмотрю, хоть, наверное, на воздуху припитать. Чем вы занимаетесь, то, ну, что вы можете ответить? Я выстраиваю многоуровневую сеть. Это основной кавитарлог. Можно сказать, я продаю кофе. Я дегишигеш кавитарлог. Можно сказать, я продаю, ну, кофе для здоровья, скажем так. Да, я нам бисто, что я завалю. Ну, это не самое лучшее, что вы можете ответить.
Hogyha tőlem megkérdezik egy társaság, hogy én mivel foglalkozok, если меня спрашивают где-нибудь в компании, чем я занимаюсь, я обычно отвечаю. Akkor én azt szoktam mondani, hogy hát alternatívát, választási lehetőséget mutatok az embereknek. Я обычно отвечаю, что я показываю людям альтернативные возможности в этой жизни. Hogy lehet másképp is élni. То есть объясняю, что можно жить еще и другим способом, по-другому. Hiszen én azt gondolom, hogy az MLM az egy életforma. Я считаю, что MLM – это определенный образ жизни. Egy nagyon-nagyon kellemes életforma. De nagyon приятный образ жизни. Hiszen az emberek nincsen főnöke. Поскольку человек, у людей, которые задействованы, нет начальников. Saját maga osztja be az idejét. Он сам, человек может сам распределять свое время, использовать. Akkor dolgozik, amikor akar. По своему усмотрению работает тогда, когда хочет. És akkor megy szabadságra, amikor akar, és annyi időt, amit akar. И тогда идет в отпуск, когда хочет, и на такой период времени, какой ему хочется. Én arra jöttem rá, hogy ez a világ, ez nagyon összezsugorodott. Я пришел к выводу, что этот мир очень так, ну, сузился. És igazából ezt az üzletet ugye bárhol lehet építeni. Даже не сузился, как это, ну, в общем, мир этот мал, и заниматься этим бизнесом можно где угодно. És ha valaki elérek jövedelmi szintet, akkor igazából teljesen mindegy, hogy a világnak melyik pontján éli aktuálisan, onnan is tudja menedzselni az üzletét. И если человек в многоуровневом маркетинге достиг определенного уровня, он может, уже не важно, в какой точке планеты он живет, он может управлять этим бизнесом абсолютно из любого места. Nagyon jó tapasztalat volt számomra ez a 26 nap a múlt hónapban, hogy igazából a hálózaton nélkülem is tud működni. Для меня это был очень хороший опыт, проверка замечательная моего бизнеса. Вот в прошлом месяце, когда я отсутствовал 26 дней, оказалось, что моя сеть все равно работает. Ezért az elkövetkezendő évben azt fogom csinálni, hogy néhány hónapra elutazok bizonyos helyekre a családommal, és ott építem az üzletet. И поэтому в следующем году я, наверное, сделаю следующее, уже на несколько месяцев поеду в разные страны вместе с семьей, и там буду выстраивать уже по-новому бизнес. Hiszen az élet körülbelül mindenütt annyiba kerül, ha már nincsenek nagyon nagy különbségek. Поскольку жизнь сейчас и по стоимости жизни более-менее сравнялась во многих регионах мира. Viszont a lehetőség az óriási. A возможности огромные. Ehhez nyilvánvalóan az elején energiát kell belefektetni, komoly energiát. Но для того, чтобы построить вот таким образом свою жизнь, надо в начале, на старте вложить, конечно, очень большую энергию. Tehát munka nélkül nem megy. Без работы, без труда, в общем-то, это, конечно, тоже не получится. De néhány technikával ehhez kívánok most segítséget adni. И несколько таких технических приемов для того, чтобы это достичь, я хотел бы вам сейчас предложить. Ez egy egyszerű üzlet, nem kell túlbonyolítani a dolgokat. Это довольно простой бизнес, не надо его усложнять. És ezért javaslok egy nagyon egyszerű technikát a kapcsolatépítéshez. И для этого я предлагаю очень простую технику, именно вот в смысле выстраивания связи. Ugye az embereknek a legnagyobb problémája, hogy honnan legyenek üzlettársai. Обычно у начинающего самая большая проблема, где, откуда черпать партнеров. Ugye, kiket szponzorálja. Кого надо спонсировать. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy hát nincsenek ismerősei, ami nem igaz nyilvánvalóan. Если кто-то говорит, что нет, у него нет знакомых, что на самом деле не так, потому что все какие-то знакомые. Я всегда говорю тогда, ну это, в общем, несложно, тогда надо знакомиться и приобрести больше знакомых. Тут есть довольно простые приемы. Например, вы встречаетесь с кем-то незнакомым вам человеком. Akkor érdeklődést kell tanúsítani az irányába, tehát érdeklődni kell felőle. Тогда надо интересоваться. Meg kell kérdezni például, hogy mivel foglalkozik.
Надо проявлять искренний интерес к этому человеку, спрашивать, чем он занимается. Чем реальнейший любовь фоглалкозик. И когда он вам расскажет, чем он занимается. Akkor csöndbe kell maradni. И тут не надо спешить, надо помолчать. Ez nagyon, nagyon nehéz, de meg lehet csinálni. Ez очень трудно, но можно так поступить. Mert hogyha csöndben maradunk, akkor mi fog történni? Потому что если вы молчите, что происходит? Ő is meg fogja kérdezni, mi mivel foglalkozunk. А произойдет наверняка то, что он тоже спросит, а вы чем занимаетесь? Нет, нincs más útja a kommunikációnak. Нет другого способа налаживания связи. És akkor ilyenkor lehet arról beszélni, hogy mi miért foglalkozunk ezzel a dologgal. И вот тут вы можете рассказать, чем вы занимаетесь, почему, и что вы это делаете не один. Nagyon fontos, hogy az első feladatoknak a mai nap után annak kell lenniük, hogy megalkossák a saját sztoriukat, a saját történetüket. Очень важно на данном этапе бизнеса создать свою историю. То есть как ваш собственный опыт бизнеса. Ugyanis az embereket nem az fogja érdekelni, hogy mit tud ez a kávé. Потому что людей в основном будет интересовать не то, что какие свойства этого кофе. Hanem az fogja érdekelni, hogy önök miért ezt a kávét fogyasszák. А в основном у них в голове будет звучать вопрос, почему вы потребляете именно этот кофе. A különbség óriási. Разница между двумя этими вопросами огромная. Az embereket nem az MLM biznisz üzlet fogja érdekelni. Людей будет интересовать не многоуровневый бизнес. Hanem azt fogja érdekelni, hogy önök miért foglalkoznak az MLM üzlettel. То почему вы занимаетесь этим сетевым бизнесом? Tehát írják le, kreálják meg, állítsák össze a saját történetüket. То есть надо создать творчески, создать свою историю бизнеса. És hogyha arra kell a sor, akkor ezt mondják el. И если представляется случай, надо излагать именно эту историю. Mert hogyha az az illető talál közös pontot a saját életébe és az önök gondolkodásmódjában, akkor el fogja kezdeni, elkezd érdeklődni. Потому что если в какой-то точке интересы собеседника и ваша история бизнеса где-то пересекутся, совпадут по какому-то хотя бы маленькому пункту ваши интересы, то тогда партнер начинает интересоваться уже вашим бизнесом реально. Большинство людей зарабатывают деньги, когда они работают. Так, ну, никто не нанял его фудрес, чак аккор кереш пенес, хотя хайот вен. То есть, допустим, кто-то замечательный парикмахер, но деньги он зарабатывает только тогда, когда там стрижет, забивает и прочее. Если он сломает руку, то зарабатывать деньги он уже не сможет. De ennek az emberekkel kell mondani azt, hogy hát ez nem biztos, hogy annyira biztonságos az ő szempontjából. Ну, и такому человеку надо объяснить, что вот ненадежный у вас товарищ бизнес, сломайте руку и. De hogyha ezt elmondjuk így neki, akkor lehet, hogy megharagszik ránk. Vagy miért oktatjuk mi ki őt? No, если мы это прямо в лоб ему начинаем рассказывать, то он может даже обидеться, что не надо, зачем его учат. Viszont, hogyha másik oldalról közelítjük meg, akkor elkezd gondolkozni. No, если мы с другой стороны подойдем к этому вопросу, к этому тезису, tehát elmondhatjuk neki azt, hogy ha nekem olyan munkám volt, hogy csak akkor kerestem pénzt, amikor dolgoztam. Да, но если мы подойдем к этому с другой стороны, то он это будет звучать по-другому. Вот раньше у меня была такая работа, что я зарабатывал деньги только когда работал. De ez nem tartottam annyira biztonságosnak, ezért körülnéztem és kerestem más megoldást. Но я не считал это надежным положением дел, надежным источником дохода и искал другие возможности. Еще звук мотоцикла, наверное, я вот там место кавит. И этим людям предлагал. Звук, а куда же могли сказать место кавит, там никто не принял его. Да, и сейчас люди пьют кофе, который я им продаю, даже тогда, когда я отдыхаю на курорте. Еще куда же кереш мотоцикл?
И тогда тоже деньги зарабатываются. И когда я таки монтал директ вас, что мне чинаю, он изделяет как сгондоконный. И когда мне прямо в лоб, лобовой атакой, что называется, рассказываете человеку, и что его тайм, és ha jól tájékoztattam, akkor ő fog megkeresni, hogy figyelj, ez engem is érdekelne. Если я еще дал все-таки им достаточное количество информации о продукте, тогда уже люди сами будут обращаться и спрашивать, расскажите то, расскажите это о продукте, о бизнесе. Tehát bárkivel beszélek erről az üzletről, ezekről a termékekről. То есть с кем бы я ни говорил, с любым человеком о товарах и о бизнесе, mindig arra fókuszálok, hogy eladjam neki azt az érzést, hogy ő is meg tudja csinálni. То есть я всегда фокусируюсь на том, чтобы человек проникся пониманием, что он тоже может этим заниматься. És ehhez rendelkeznem kell kész történetekkel. Для этого я должен иметь готовые истории, ну иногда говорят, истории успеха. Ugye azt mondják, hogy az MLM üzlete sem másról nem szól, mint csak történetmeséléssel. Говорят же некоторые, что на уровне маркетинг ни о чем другом не говорит, как о своих историях. Нет. Кто это отношения с рассказывает только об истории успеха. Mert hogyha ebben a történetből megtalálja, fölismeri saját magát, akkor ő is akarja csinálni. Потому что если слушатель в любой из этих историй хоть как-то ему она станет близка в чем-то, в каком-то одному моменту, он будет чувствовать уже свою связь с этим делом. Ha valamelyik üzlettársam visszajön és azt mondja, hogy hát neki nem megy az üzlet. Ну, была такая, был такой случай, один из его партнеров, бизнес-партнеров приходит и говорит, ну не получается, не идет у него бизнес. Pedig mindenkinek mondja. Несмотря на то, что он всем рассказывает, все выкладывается. Akkor biztos vagyok benne, hogy valahiba. Ну, тогда, потом, наверняка именно в нем и проблема. Hogy, в самом человеке. Hogy túl sokat beszél. А проблема в том, что он слишком много говорит. És nem arról beszél, ami az embereket érdekli. И говорит не о том, что интересует людей. Hanem arról beszél, ami őt érдекли. А говорит он о том, что его интересует. То есть, és így nem lehet építeni összetet. А так, конечно, сетевой маркетинг не построишь. A másik probléma a kommunikációban, hogy az emberek nem mindig pozitívan látják az MLM üzletet. Pozitívan, nem mindig pozitívan gondolkodnak az MLM üzletről. Вторая проблема, связанная вот с сетевым бизнесом, так тоже можно говорить, да? Связанная с сетевым бизнесом, что многие люди изначально, когда приходят, когда вы с ними встречаетесь, относятся не позитивно вообще к этому понятию. Ennek rengeteg oka lehet. Здесь может быть огромное количество причин. Erről több napot lehetne beszélni. И несколько дней можно говорить о том, почему так происходит. De általában ugye ennek az alapvető ok az, hogy vagy neki van egy negatív tapasztalata, vagy valakitől hallott már valami negatívumot. Ну, чаще всего все сводится к тому, что либо у этого человека есть свой личный негативный опыт, связанный с сетевым маркетингом, либо кто-то из знакомых, друзей рассказывал какой-то тоже свой негативный опыт в этом смысле. Ugye, mindannyian sok pénzt szeretnének keresni. Все мы хотели бы получать большое количество денег. De nem lehet, hogy sok pénzt keresni, hogy nem vállalom föl teljes mértékben, hogy mit csinálok. Но невозможно зарабатывать деньги, не принимая ответственности за то, что мы делаем. Tehát nem lehet úgy az MLM üzletből sok pénzt kivenni, hogy titkolom azt, hogy MLM üzlettel foglalkozok. То есть я имею в виду, что невозможно заработать большое количество денег с сетевого маркетинга и при этом как-то сохранить в тайне, что занимаюсь я сетевым маркетингом. Mégis azt látom sok kezdő munkatársam, hogy hát, hogy ez nem akarja fölvállalni, hogy ez egy MLM üzlet. У многих моих начинающих партнеров я вижу, что они как-то не очень хотят это
соотносить на себя, переносить, что это вот сетевой маркетинг, как это пытаются убедить. És amikor elindul egy munkatárs, ez nagyon fontos neki tisztázni, fontos ezt tisztázni, hogy mi az, hogy MLM üzlet. И когда какой-то новый сотрудник, партнер начинает свою работу, для него очень важно полностью понимать, давать отчет, что такое вот сетевой маркетинг. Hogyha megnézzük azokat az MLM cégeket, akik hosszú távon a piacon vannak. Если мы посмотрим, проанализируем работу тех сетевых фирм, которые уже давно на рынке. Ahol stabil MLM cégekről beszélünk, ahol nagyon sok munkatárs van és passzív jövedelemről lehet beszélni, az mindegyik MLM cég termékforgalmazással foglalkozik. Firmy, которые крупные, у которых есть большая сеть, которые обеспечивают пассивный доход, все эти фирмы занимаются распространением каких-то товаров. És ugye az igazából az MLM-nek ugye az a lényege, hogy én elégedett vagyok egy termékkel, és ezt megosztom másokkal is. И, собственно, суть многоуровневого сетевого маркетинга можно выразить в том, что я, например, если я потребляю какой-то продукт, и я им доволен, он мне нравится, я должен как бы поделиться им с другими, как бы через личное потребление. Это совсем MLM-нек a lényege. Это суть. És hogyha valaki jön, látom valakin azt, hogy problémát jelent neki az MLM-nek a felvállalása. И если кто-то приходит, и я вижу, что для него проблема именно приобщиться к сетевому. Akkor nagyon fontos itt megállni és erre egy hosszabb időt szakítani, úgymond ennek a kérdésnek a tisztelására. И тогда очень важно на данном этапе остановиться и посвятить, возможно, этой теме больше времени с этим человеком. És bátran merjen tőle megkérdezni, hogy figyelj, neked mi az, ami nem tetszik az MLM üzletben. И тут надо абсолютно не закрываться, а смело прямо спрашивать, какие у вас проблемы с MLM, с многоуровневым бизнесом. Ugye rossz hír az, hogy az emberek nem őszintén. Ну, плохая, это не новость, но люди часто не искренне. Ugye, elmondom valakinek az üzletet, és nem azt fogja mondani, hogy nem érdekel, hanem nem veszi fel a telefon, nem jelentkezik. Ну, кому-то вы, например, рассказываете о своем бизнесе, он не говорит, что прямо, что его не интересует, или он не будет этим заниматься, а не отвечает, не берет телефон. Kitalál valami mondva csinál kifogást. Ну, или придумывает какие-то иные оправдание или, ну, в общем, ответы. Hiszen az alapvető gond az az, hogy neki valami problémája van az MLM üzlettel. А на самом деле основная проблема в том, что у него какие-то есть предубеждения против сетевого бизнеса. De ő is szeretne szabadon élni. Но любой человек хотел бы жить свободно. Ő is szeretne anyagilag független lenni. Быть независимым материально. Sok pénzt keresni, sokat utazni. Зарабатывать много денег, путешествовать. Ez normális, ez mindenkit érdekel. Это интересует всех, это нормально. De az MLM-mel van valami tapasztalat alapján problémája. Но какая-то у него есть предубеждение против сетевого бизнеса, на основании какой-то предыдущего опыта. Én az üzletépítésben egyszerűen nagyon kritikus pontnak tartom. И я это при построении бизнеса я считаю, что это вот одна из наиболее критичная точка. Ezért nem várom, mert az emberek tőled őszinték legyenek. Поэтому я даже не ожидаю от людей, то есть с моей стороны нет ожиданий, что люди будут со мной откровенны. Nem várom el tőlük azt, hogy megmondják azt, hogy hát nekik az MLM-mel problémájuk van. У меня нет ожидания, что они расскажут, что у них с MLM какие-то проблемы возникают или выходят. Hanem helyettük már ezt elmondom ezt a kifogást, és már tudom kezelni rögtön. А я их же претензию, то есть я как бы первый поднимаю этот вопрос и вот начинаю эту проблему как-то с ней работать. Tehát, hogyha valakivel elkezdek beszélni erről az üzletről, если я с кем-то начинаю говорить об этом бизнесе, akkor a következőt szoktam mondani. Я обычно говорю следующее.
Hogy nagyon érdekes a szituáció. Szituáció viszont érzékeny. Mindenki szeretne szabad lenni, sok pénzt keresni, stb. Ну вот все хотят зарабатывать, свободно распоряжаться временем и так далее, что уже звучало. И это один из очень удачных решений маркетинга. И одним из замечательных решений вот, всех этих достижений этой цели является многоуровневый маркетинг. Не один, это один. Это не единственное решение проблемы. Достижение этой цели, но это одно из. Hiszen, hogyha valaki nagy összeget örököl, vagy nyer a lotton, és az befektető, akkor úgy is jöhet szabadon. Ha valaki nagy összeget örököl, vagy nyer a lotton, akkor és az befektető, akkor úgy is lehet neki jövedelme. То есть есть и другие способы. Например, если кто-то унаследовал большое состояние, вложил там, допустим, в отель и может там. Vagy ugye jókor volt, jó helyen és jó privatizált, ugye? Да, или, например, в нужное время, в нужный час оказался в нужном месте, например, приватизировал какую-то собственность, это тоже решение. De hogyha valakinek nincs tőkéje, akkor nagyon kevés más lehetőség van az emelemen kívül az, hogy gyorsan kiemelkedjen. Но если у кого-то нет первоначального капитала, то кроме многоуровневого маркетинга нет других практически возможностей для того, чтобы быстро подняться, зарабатывать. Вот такова ситуация. Я знаю, как окорно колами, да не ищет нам дать на них замену. То есть они хотят что-то изменить, чего-то в своей жизни достичь чего-то, но MLM против MLM у них есть предубеждение. И что он говорит, я знаю, я не сюда не был там. Да, я еще не был там, там я не И я это обычно рассказываю, это так, что поначалу у меня были точно такие же мысли. Но я еще письма решил, братом, я кэшер, MLM из Много, очень много моих знакомых, друзей ко мне приходили, предлагали сетевой бизнес. Ну, не удается, а то мой, у меня не рядом к вам. Мне все это нравилось, я видел, какой у них образ жизни, мне нравилось это. Я вас обычно так узнаю. Но то, что они делали, чем занимались, мне не нравилось. А вот кэрлет чинами разузнаю, это знаю децет. То есть то, как надо было сделать этот бизнес, мне это не нравилось. И нам охота мидеген эмбереket фёльгивни, но я наш техникавал. Я мне не хотелось обзванивать кого-то, что-то предлагать. Nem akartam meghívni a lakásomba embereket, úgyhogy nem mondom meg neki, hogy mi lesz barátaimat. Но не хотелось приглашать домой своих друзей, не рассказывая, что не предупреждая, что будет презентация. Nem akartam az ismerőseimet rábeszélni arra, hogy kérjenek kölcsön és vegyenek nagy termékcsomagokat. Не хотелось, значит, убеждать своих друзей, чтобы они взяли кредит и купили бы большой начальный пакет товаров. И viszont szeretem volna élvezni az MLM üzlet lényegét. Но тем не менее. Előnyeit, bocsánat, nem úgy előnyeit. Но тем не менее в то же время хотелось приобщиться и получить все вот преимущества. Наслаждаться теми преимуществами, которые дает сетевой бизнес. И стал думать, ну как, может быть, как-то по-другому можно этим заниматься. И в общем я пришел к выводу, что можно. Многие люди считают, что я предприниматель. Я занимаюсь каким-то очень серьезным бизнесом. Что у меня несколько сотрудников, которых я обеспечиваю работой. И что за MLM зовем цикли? А MLM, ну это так, в общем, что-то вот, как сказать. Мои нервники тащи, мол, вау, позупало, отвезет ребенок. Если я прихожу в какую-нибудь компанию, где такие начальники, там, директора предприятий, предприниматели. А куда ничего мошу его? Я улыбаюсь. Miről beszélünk? Miről beszélünk? 30 ezer ember van a hálózatomban. O чём мы говорим? У меня в моей сети 30 000 человек.
több százan vagy talán ezen is vannak már, akik csak ebből élnek. И несколько сот, а может быть даже уже несколько тысяч человек вот в этой сети занимаются только этим, это их единственный доход. Az én hálózatomnak a forgalma, az lehet, hogy nagyobb, valószínűleg nagyobb, mint az ő cégének, az éves forgalma, az én hálózatomnak havi forgalma. Годовой оборот моей ветки, да, это называется, его сети больше, чем вероятнее всего, чем оборот этих предприятий. Tehát lehet büszke lenni arra, hogy valaki hálózatépítő, mert valamit előállít. Чем оборот тех предприятий, которые представляют эти люди. Так что, в общем-то, можно гордиться тем той работой, если вот вы строите успешную сеть, если вам удастся построить. És arról ugye nem is beszélek, hogy hány embernek változott meg az élete azáltal, hogy elkezdte ezeket a termékeket fogyasztani. И не говоря о том, что у скольких людей к лучшему изменился образ жизни, качество жизни после того, как они стали употреблять эти продукты. Tehát nagyon fontos, hogy már az első beszélgetés alkalmával tisztázni azt, hogy az illetőnek mi a problémája az emberrel. То есть очень важно, как он считает, уже при первой встрече или при каких-то начальных встречах прояснить этот вопрос, что у вашего партнера, собеседника есть ли проблемы, предубеждения, каковы его отношения к сетевому бизнесу и изменить это отношение к лучшему. Так, это самый простой способ, это вот мекерзем тебе, вот некий самый мия проблема, мия года до замена. Самый простой способ для этого просто спросить. И поинтересоваться, ну а какие, что вы думаете о сетевом бизнесе? Mert 99% biztos lehet benne, hogy problémája van, akkor is, hogyha nem mondja el. У 99% есть предубеждения, даже если они не говорят. Viszont, hogyha elmondja, akkor tudod kezelni a dolgot. А если уже человек вам рассказывает, что он об этом думает, вы можете дальше с этим работать, с этой проблемой. Mert az embereknek ilyen tévhiteik vannak, ilyen tévhitekben élnek, ilyen fél rossz információik vannak. Ну, у людей бывают, как сказать, я не могу, ну, предубеждения, то есть есть заблуждения, какие-то фобии. Фобиями вannak, igen, szemben, фобиями. Oké, tehát, hogy vannak ugye ilyen standard dolgok, amit már lehet tudni. Hogy milyen gondjaik vannak általában, hogy milyen gondjaik lehetnek. То есть есть просто стандартные случаи, которые можно предполагать, какие проблемы у людей. És ezért lehet ezeknek a fölhozatát megemlítésével segíteni neki, hogyha nem akar erről beszélni. А когда вы сами первые идете на этот разговор, на эту тему, то вы как бы снимаете какие-то психологические барьеры и ugye a legalapvetőbb problémáik, ami az embereknek szokott lenni, hogy ugye azt mondja, hát én nem tudok eladni. Основная проблема, которую он обычно человек обычно выдвигает как против начала бизнеса, я не умею продавать. Я не могу тупать ничего. Не хочу никому ничего там навязывать, соблюдать и так далее. Én akkor meg szoktam tőle kérdezni, hogy ha eljön hozzá valaki vendégségbe, akkor milyen kávéval kínálja meg? Я так обычно часто спрашиваю, если те гости приходят, ты как, ну, например, всегда предлагается кофе, то ты каким кофе его угощаешь? Vagy teával. Или чаем. Hát olyan teával, vagy olyan kávéval, amit ő is fogyaszt. То есть тем кофе или чаем, который ты употребляешь. Hogyha ugye valaki talál egy új terméket, ami neki jó volt, ez biztos, hogy el fogja mondani az ismerőseinek. То есть, если человек нашел где-то на рынке какой-то продукт, который ему понравился, он наверняка будет делиться с друзьями об этом. Nem eladja, elmondja. Он не продает, ничего не делает, он просто рассказывает свой личный опыт. Mondok erre egy személyes példát, hogy mondjam. Я бы вот свой один
случай из моего опыта сказал. Ван Тюбек кезет кейт пяти дерекам. У меня есть, кроме других, еще два маленьких ребенка. És az egyik játékboltban megláttunk egy nagyon különleges autót. И в одном магазине игрушек детском мы увидели такую очень оригинальную машину. Nem is biztos, hogy ez egy autó. Nem tudom, minek mondani. Но даже может быть не машинка, в общем, что такое очень непонятное. Az a lényeg, hogy öt kereke van neki. Ну, смысл в том, что там было пять колесиков, колес этой штуки. És az a lényeg, hogy ráül a gyerek. И ребенок там встает на это. Fölteszi a lábát. Nincs rajta pedál, fölteszi csak a lábát. Просто ставит ножку, там никаких педалей нет. És ahogy mozgatja a kormányát, annak hatására megy az autó. И как, в общем, ребенок держится за руль, его двигает, и в результате чего машинка двигается. És ott rájön, hogy kell mozgatni, annál gyorsabban tud menni vele. И по ходу ребенок маленький учится, как надо, значит, управлять машинкой, и чем ловче он это делает, тем быстрее машинка едет. Фантастику, сейчас фермер ты что делал с нами, Сас тизен от кидои, если фермер ты что делал с нами. Это такая фантастическая вещь, и взрослые даже могут кататься. Взрослые до 115 весом, до 115 килограмм. Они варкам, они не шли ходят, опять пишут, они не шли диафермерные. Может, они могут кататься, их для этого специально худел, чтобы можно было тоже кататься на этой машине. Да, а линия просто мегвертик, это один ультраман, мегвертик, это золото. Ну, в общем, мы купили, конечно, эту машину или как что-то. És én biztos vagyok benne, hogy legalább tizet már elvattam belőle. Biztos. Igen, már legalább tizet elvattam ilyet. И я уже где-то штук 10 продал уже до этих машин. Ennek a kutyamagyik, hogy nem ellenőrizve. Это не много, не сетевой маркетинг, я никаких комиссионных с этого не получаю, но вот так получилось. Egyszerűen a párom is, én is elmondtuk, hogy a többi kisgyerekes szülőnek, hogy milyen tuti dolgot vettünk, és ők is venni akartak. Мы просто рассказывали всем знакомым, особенно тем, с которыми мы общаемся в связи с маленькими детьми, рассказывали, какую классную вещь мы приобрели, и таким образом они тоже пошли купить. És ők, akik esetleg nem tudnak eladni, biztos vagy benne, hogy ők is eladtak már belőle egy csomót, hiszen ők is tovább ajánlották más szülőknek. И те люди, которые считают, что они ничего не продавали, но поскольку они распространяли вот свой положительный опыт об этой машинке, они тоже продали уже несколько таких игрушек. А я могу сказать, что ты на этот волоке, да? Когда кому-нибудь рассказываешь эту историю, а кроме себя это не сумел сделать. Тогда человек, люди наконец понимают, что такое продажи. Biztos, hogy az önök életében is vannak ilyen példák. Я уверен, что в вашей жизни тоже есть такие примеры. És akkor az emberek el fogják hinni azt, hogy igen, ők is el tudnak adni. И люди начинают понимать, что они вспоминают, находят в своей жизни такие же истории, и понимают, что да, они тоже могут продавать. Ugyanis ezt az autót nem árultam, hiszen én nem is vagyok, nem vagyok az ügynökük. Я, конечно, эту машину не продавал, поскольку я не являюсь их агентом. Én csak arról beszéltem, hogy a gyerekeim mennyire szeretnek ezzel játszani. Я просто рассказывала знакомым, насколько моим детям понравилась игрушка, как они. Tehát nem akarom eladni ezt a kávét, hanem akarom eladni ezt a kávét. Я, в общем, не собираюсь никому продавать этот кофе. Hanem csak arról beszélek, hogy nekem ez a kávé milyen jó. А просто рассказываю о том, насколько мне нравится этот кофе. Akkor az emberek akarják ezt a kávét. Так, de люди сразу хотят его купить. Ha arról beszélek, hogy ez a termék nekem milyen jó volt. И когда рассказываешь, что вот, например, какой-то бат мне помог, почему он хорош. Akkor az emberek szeretnének ebből részesedni. Люди тоже хотят получать те же преимущества, вот, те же, ту же пользу, которую я получил, понимаю. Tehát hangsúlyozom, a fókuszomnak az üzlettel kapcsolatban, a kommunikációnál a következő alapidéreken kell nyugodnia.
Ez a következő dolgokra kell lenni a fókuszomnak, amikor kommunikálok az üzletről. Tehát, когда мы говорим о бизнесе, общаемся с кем-то, надо фокусироваться на следующих основных позициях. Arról beszélek, hogy én nekem miért jó ez az üzlet, és nem arról, mert neki jó. Надо говорить о том, почему мне нравится этот бизнес или продукт, а не почему им он нужен. Arról beszélek, hogy én miért fogyasztom ezeket a termékeket. Надо говорить о том, ну, я, наверное, забежала вперед, надо говорить о том, почему я потребляю тот или иной продукт. És nem arról, hogy neki miért kellene ezt fogyasztani ezt a terméket. А не о том надо говорить, почему человек должен его потреблять, он никому ничего не должен. És a harmadik pedig az, hogy kezeljem az MLM-mel kapcsolatos ellenérzéseit. И третье – это сразу выяснить, какие есть негативный опыт, какие есть проблемы с многоуровневым бизнесом у этого человека и попытаться их сгладить. Szerintem a DXM a legjobb MLM üzlet. На мой взгляд, DXM – самый лучший сетевой бизнес. És azért a DXM a legjobb MLM üzlet, szerintem, mert azok a problémák, azok a dolgok, amikkel az embereknek problémáik van az MLM üzletben, azok itt nincsenek. Itt a DXM-ben nincsenek. Я считаю, что эта фирма как сетевая еще лучше, потому что те многочисленные проблемы, которые возникают у людей в других сетевых компаниях, в DXM их не существует. Tehát biztos lehetek abban, hogy ő megfogalmaz egy kifogást az MLM üzlettel kapcsolatban, amikor beszélünk, azért rá nem vonatkozik. То есть я всегда могу рассчитывать на то, что если мой собеседник выразит, сформулирует какую-то проблему, связанную с сетевым бизнесом, я всегда нахожу аргументы, которые говорящие о том, что в DXM этой проблемы не существует. Так, bátran kérdezzék meg, vagy bátran kérdezzék meg, hogy mi a problémája az MLM üzlettel általánosságban. То есть смело можно спрашивать у людей, какие у них проблемы с сетевым бизнесом. És utána mondhatjuk azt, hogy itt ilyet nem kell csinálni. И наверняка у вас будет возможность сказать, что а здесь такого нет. Здесь не надо. Múltkor azt mondja nekem valaki, hogy hát őt hagyjon békén az MLM üzlettel. Один раз один человек мне сказал, не трогайте меня с этим сетевым бизнесом. Я не могу это делать, мы забыли. Он уже был в каком-то сетевом бизнесе и. Как вот это чему писал? Потратил на это дело массу денег. Кутлер это мегатом. Тогда я сразу остановился. Нет, нам не надо. Я тогда сразу его остановил, сказал, а у нас нет вложений. Он миленький, ваша моя сущая. То есть каждый покупает столько продуктов, сколько нужно ему. Я забыл, что ide nem fog jönni a lakásomba több idegen ember ilyen családi bemutatókra. Или кто-то говорит, что никогда я больше не буду звать людей домой, пускать домой на эти всякие домашние презентации. Там какие чай бемутатока там. А в DXM не надо никаких презентаций организовывать дома. Ha jó volt neked a termék, akkor mondd el, mit szemközt az ismerősödnek. Все дело заключается только в том, что если тебе самому понравился продукт, тебе надо рассказать об этом своему знакомому. Amikor a párommal, a ismerőseimnek beszéltünk erről az autóról, mi sem hittük meg őket ilyen családi mutatóra. Когда мы другим родителям рассказывали про эту симпатичную машинку, про которую рассказывал, мы никуда их не звали ни на какие презентации, ни домой. Csak annyit mondtuk, hogy szeretnek a gyerekek vele játszani, itt a linkje a weboldalának, az autó weboldalának, ahol meg lehet rendelni. И вы просто сказали, как детям нравится с ней играть, и поставили линк на нашем сайте, на вот, где можно купить эти машинки. Ugye az MLM üzletben nagyon fontos a lelkesedés. То есть,
что это означает? В сетевом бизнесе очень важно вдохновение, скажем так. То есть, еще раз повторюсь, что большой и крупный бизнес нельзя построить без страсти, как сказать, без вот какого-то эмоционального отношения к этому делу. Ugyanakkor ez is a legveszélyesebb dolog, a lelkesedés. Но это же является самой опасной, является и определенной опасностью. Mert hogyha valaki lelkes, akkor ugye hajlandó hülyeségeket csinálni. Но если кто-то так вот с эмоциями подходит к делу, то способен и совершить большие ошибки. Ugye hajlandó a legtávolabbi ismerősét szponzorálni, megmutatni neki az üzletet, oda elutazni, és az költségbe, időbe kerül. То есть иногда вот эти это воодушевление заводит людей, что они там кого-то спонсируют, малознакомых людей, едут в какие-то дальние командировки, звонят на много тратят на звонки, это все расходы. И что нам фонд уже это не говорил казанберекет. И важно, чтобы мы что вот уберечь тоже наших партнеров от этого тоже. И что я могу на него легкочек вот их у меня было долго зон, вы не вот только это касаемо. То есть объяснить, как надо работать рационально, чтобы держать расходы, связанные с бизнесом, постоянно в рамках. Я еще ответ кезурею там, да? Я вот пришел к следующему выводу. Да, То есть если кто-то любит заниматься, любит делать этот бизнес. És csak a szabad idejének egy részét áldozza fel az üzlet érdekében. И если он тратит на этот бизнес только часть своего свободного времени. És nem költekezik túl. И не швыряется деньгами, ну, не расходует деньги направо и налево. Akkor nincs miért feladni az üzletet. Akkor is nem sikeres. То у него нет, в общем-то, он не жертвует особо ничем, даже если, в общем-то, не сложится бизнес. И если человек не мог ее фермер, окрай бы будто шикарный сейчас. Да, немножко не нравится. То есть у него нет причин, чтобы бросать бизнес, потому что, в общем, он не обременительный, получается. Ни по времени, ни по расходам. А в этом случае он его не бросает. А если человек не бросает этот бизнес, то рано или поздно он достигнет успеха. Ugye az üzletépítés során, főleg amikor valaki elkezdi, akkor van még egy nagyon kritikus pont. При построении бизнеса, особенно когда человек только начинает, есть он доходит до определенной критической точки. Ezzel szeretném bezárni ezt az első blokkot, ezzel a témával. До определенного этапа, и вот этим моментом я закрою наш первый блок. Hol, amikor ugye fölteszik a kérdést a kedves ismerőseink, hogy hát itt beszélsz erről az üzletről, de hát mennyi pénzt keresel vele? Есть одна критическая точка, например, когда знакомые ваши спрашивают, ну вот тут ты рассказываешь, там лапшу вешаешь, а сколько ты зарабатываешь на это? És akkor ugye itt az emberek így próbálnak mellé beszélni, vagy lesütik a szemüket, vagy kikerülni ezt a kérdést. Ну и люди пробуют обычно как-то, значит, прикрыв, отводят глаза, там что-то такое, переводят разговор на другую тему, в общем, как-то обойти этот вопрос. Elolvastam jó néhány ilyen MLM-es könyvet, és akkor különböző ilyen technikákat tanítanak, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát. Я читал несколько таких книг по сетевому маркетингу, где даются советы, как надо выходить из этого положения. Én nem értek egyet ezekkel a technikákkal. Я совершенно с ними не согласен. Ne nézzük könnyének az embereket. С этими книгами. Не надо считать, что люди идиоты. Ugye, ugyanúgy tudják, hogy valószínűleg még nem keresünk sokat ebben, nem keres az illető még sokat ebben az üzletben. Tehát aki beszél erről, ugyanúgy tudja arról a másik, hogy nem keres vele még pénzt. То есть, наверное, надо понимать, что и они понимают, что много на определенном этапе много не зарабатывает человек на сетевом бизнесе. Ну и как же эту ситуацию решить?
как выйти из нее, потому что надо из нее как-то выходить. Én is valamikor elkezdtem ezt az üzletet. И я когда давно начал этим заниматься. És az első hónapokban én sem keresem több ezer eurót ezzel. Ну и первые месяцы я тоже не зарабатывал там несколько тысяч евро, как сейчас. És tőlem is megkérdezték ezt. И мне такой вопрос тоже задавали.